Съемочная группа состоит обычно директор съемочной группы, желательно два замдиректора и администратор. Если картина сложная, много участников съемочной группы, то есть не только обычные стандартные костюмерные цех, гримерные, реквизиторные, художники, операторы, а присоединяются, например, каскадеры, то обычно к этим группам дополнительным прикрепляется администратор, человек, который решает вопросы по организации процессов, связанных с каскадерами. Например, нужно заказать базу тренировочную. Администратор этим занимается. Нужно привести дополнительный какой-то инвентарь. Если будет использоваться или в кадре, или для тренировок, то, опять же, администратор этим занимается. То есть, если, например, большая картина и очень много отчетных документов, то обычно привлекается еще один замдиректора на бумаге. Это составление и контроль документов, договоров, отчетов, актов, авансовые отчеты, переписка с организациями. Для этого еще дополнительный человек. То есть, чем сложнее картина, тем больше людей в административной группе.